Так, запись. Итак, продолжаем. Загрузить. А, ну вот это. Чё ты, как ты? А, блядь. Что за... Надо зажимать. Так, вот, ну что без сопротивления. Я уже забыл управление нахер. Так, как бить? А, пока нельзя бить. Так, ну мы вроде все выяснили. Ладно, пойдем. Jade, you'll have to pick a code name to sign your articles with. Позывной? Шони. Шони? Такуйся сюда. Ну, с другой стороны, нас не должны узнать, поэтому. Почему бы и нет? Keep up the good work, sugar. And one day you just might come out of your shell. За кто это ты? Это самый ремастер? Да, это тот самый ремастер. Потому что оригинальную игру очень, ну, довольно сложно запустить. Либо можно, но там надо какие-то манипуляции там выставлять, чтобы одно ядро типа работало. Ну и там текстурки такие прям помутнее они. Тут прям почетче, покрасивше. Так, что скажешь себе? Так, ты знаешь же... Ага, южные ворота. Какой огромный лом для 300-метровых гвоздей. Пойдем. Они сейчас, в смысле, помыльнее? Нет, сейчас у них... Ты посмотри сравнение. На самом деле, прям... Пропаганда. А? Нет, с козлами и бью. А, про то, что было? А, ну да, они прям такие. Ну, они такие мыльные, мутные, прям, знаешь, видно, что они такие, ну, уже, блядь, 20 лет прошло, конечно, там. The fuck? Добро пожаловать в CD17. Сейчас не, оно прям чётенько, красивенько выглядит. Ну, может быть, геймплей немножко. Да, ремейк, ну, блин, кстати, можно было. Слушай, они могут вторую часть сделать, какой-то нахер ремейк, блин. Рука жопы из Ubisoft. Сука, сколько они уже вторую часть делают? Лет... Трейлер показали где-то лет, наверное, блядь, 6 назад или 8 уже, я не помню. Первый. А там чуть ли не начинали разработку, чуть ли не там с 2006, по-моему, или 5 года. Там первый вот этот трейлер будет там в пустыне, типа что-то там остановились, у них то ли машины, то ли что-то сломалось там. Что-то такое было. Потом что-то там поменялось концепт, что вторая часть это типа приквел, и, короче, в... Что ты пыришься? Базис есть, клипа. Ага, ну этот. Принца Персии первого. Угу. Тоже. Классно сделали, прям. Что ж, нахер все, блядь, выкинули, начали заново делать. Бля, куда я пришел? Магазин. Ну, всякую дичь можно купить. Сверху за 4000. Ну, ладно, пока не надо, наверное. Или, может быть, ремейк был бы клёвый, конечно. Но имеем то, что имеем. Ебанули бы как Capcom, да, такой прям. Херанули бы такой ремейк классный. Так, я не понял, а что такое, почему?
Я полагаю, нам не сюда. Я уже забыл, откуда мы пришли. Блэд. Нихер было нам. Ну да, кстати. Такую, блин. Как бы с опаньки. Тетя, дай этот. Привет, Нури. Привет, проголодалась. Не забудь поднести карту к декодеру. Нет. Аккаунт идентификация. Окей. Жемчужины 3000. Я возьму. Ну, типа... Почему бы и нет? Фанаты зарендали потешься на таких рейсах. Да, ну да, вообще. Да, сука, уже бы выпустили. Там, в принципе, оно неплохо выглядело. Ну, типа, могли бы выпустить. Но они же... Хотя, может, там все хуже было... Потому что, ну, вроде как, видишь, она перезапустили, ну, блин, ну, такую серию знаковую загибать, ну, типа, я не знаю. Это было бы крайне печально. Там, ну да, это еще подготовили, да. Так что, возможно, да, возможно, там и хуже. Ну, короче, печально все это. А еще, что они Splinter Cell сделают новый. Или хотя бы они там обещали ремейк первого, но... Че-то я теперь сомневаюсь, как бы. Выйдет ли он когда-нибудь. Так, компас это... Так, южные ворота где? Ну да, да, так что могло быть действительно плохо все. Лучше уж никакой ремейк, чем плохой. Так, фабрика. О, это похоже на лом для 300-дюймовых гвоздей. Я думаю, да. Перекрыт проход. Так. Ну что, нормальные герои всегда идут кругом. Потом погнали в обход. Ubisoft все просрали, если так посудить. У них было столько знаковых серий. В итоге все куда-то в жопу скатилось. Так, здесь можем что-нибудь сделать? Ау. Минус полимеры, ну да. Так, я так полагаю, сюда мы проехать не можем, да? Угу. Денежки побольше, ну блин, так далеко не уедешь, как бы. Превратятся в контору оптимистов. Так, ладно, как мне на фабрику-то попасть?
Отпусти меня, Пабло. Да, швырнул меня нахер. Блин, а как попасть оттуда? Да. Ну да, раньше вот брать вот, да, 20 лет назад. То есть они были на какие-то серии, типа, да, они там что-то делали, какие-то новые штуки. А сейчас что, клепают Far Cry, клепают Assassin's Creed. Все. По сути. Что у них еще есть? Ну, Rainbow Six вот этот поддерживают. Который тоже уже... скатился. Так, мне не надо мани поднять, я хочу, блядь, на завод. Гонки один. Так, ну-ка нахер. Попытка в сервиске, а, ну да. А, что там, гострик он был еще, ну тоже, блин, всрали. Я помню, был Гастерком Future Soldiers, блин, охеренная игра. Коопная, классная. А, как она, квадро игры, да? Аватар, да, вот это. Калька с этого, с Far Cry. Просто в других декорациях. А, этот, который... Skull and Bones, да, вообще... Квадро-игра. Которая нахуй никому не нужна. Да, конечно. Так, как мне, блядь, попасть на завод? Ой. Он расскажет мне. Хилия. I once saw a pearl detector at Ming Tzu's. Seemed reasonable. Так, детектор жемчуга, это, конечно, все хорошо. Но мне надо как-то, все-таки надо назад, наверное. А что тут? Ты тоже будешь? Да, сука, отъебись. Варя, ну и что мне делать? Ментальный аватар, ну что так? Так, геймплей. А что, геймплей Far Cry типичный? Вот. Ничего нового абсолютно. Заснять чем? Это понятно, как? Пушка. Для ховеркрафта нейтрализующую пушку. Может, мне нужно... А сколько мне жемчужин? Бумагу. Так, а он где говорил? Детектор жемчужин видел. Ладно, пойдем к носорогам заедем. Даже смотреть скучно. They always come back to Mama goes. Так, о, нейтрализовали. О, опять жемчужин. Ага, так, вот эта штука нам нужна. Но нам еще нужен детектор. У меня 4 жемчужины. А где мы видели еще жемчужину?
Уже подождем, посмотрю-ка. Думаю, еще мы увидим, что пообещали. Чем увидим? Бьет Гундевилл 2. И ремейк Принца Персия. На Splinter Cell я уже не надеюсь. Хотя хотелось бы. Я буду клепать ассасинов своих и клепать Far Cry. Гостеркон, ну я не знаю, Гостеркон там может что-то еще сделать, но опять же. А, чё, а, еще Division есть, который тоже, блин, срался уже. Хотя вот сам концепт неплохой. Эти две, ну, посмотрим. Так, подожди, жемчужины где были? Где были жемчужины? Я видел жемчужины, а где, не помню. Вот этой продавщицы, а еще где-то был. Ну, подожди. А в какой магазин заходил? Так, это бар. Бар откуда так? Не? We need a special key. У меня ж есть. А, у меня на фабрику только. Так, вот мы жемчужину забрали. А, у Минзу. О, тут. Так, подожди. Детектор жемчужин. Так, сохранится. Всякая залупа. Чел. Понял. О, жемчужина. 4000 хочу. Куда там прислонить-то на? О, добрый день, Минзу. О, здравствуйте, мисс, если вы ждете свою покупку, мне понадобится номер вашего счета. На, получи. А, щит. Это что? Мы возьмем детектор. Well done, Yeet. Да, это мы возьмем. И возьмем жемчужину, конечно же. Теперь у нас 5 жемчужин. Мы все пойдем нетрезвучую пушку покупать, получается. Так, шашлык, пойдем. Нам пушку купить надо. Так. Так, вот теперь к носорогам. Куда я поехал? А, все правильно. И по идее мы там нейтрализуем этих херобору, который у нас перетаскивает. Я надеюсь, конечно. А если нет, то я даже не знаю. Нейтрализующая пушка. Сюда. Окей, okay, I kick for you.
Блин, что-то мне подсказывает, что они нам не поможет. Чего, поставили уже? Ебать, достижение, блядь, на пол экрана нахер. Так. Дас. Я понял. Опять эти псы напали, мы. Где кто? Покажите этих ублюдков. А, они просто бомбардируют. Какая музыка, блядь, охеренная просто. Ой, простите, вы не хотели. Так, я что-то потерялся, куда мне надо? Надо обратно в город. Ладно, погнали. Блин, если сейчас не сработает, то я не знаю, что делать. Но я надеюсь, что сработает. Лохобоище. Не понял. А, да? А хули ж мне делать тогда? Нахуй я сюда ехал? У меня есть вопросы. Так, а тут чё? А, там мы не проедем, да? Там хуйня, там хуйня. Ладно, типа, как бы, да. Вам там еще одна была херобора, пойдем туда. Блин, что, никуда приехал? Понял. Блэд, а куда? Так, ну и что мне делать? Фабрика.
Ну это понятно. Ладно, поехали, посмотрим. Или где-то тут... А, подожди, он там? Нет. Как будто бы где-то тут. А где я видел? А, вон там. Это не совсем туда, куда мне нужно. Подземный штаб корпуса Альфа. Блядь, не совсем сюда мне надо было, как бы. А, блядь. Ты чё, шашлык? Блядь, я тебя фоткал уже. Блин, женщина, что творишь? Ну, как фотка? А. Отправляем. It's going very well. Good hunting. Ебой. Okay, your role is finished. О, запомнил. Good. Что-то мне... I'll transfer a pearl to you, Jay. О, жемчужина. Класс. And I'll recharge your film. Давай сохранимся, подожди. Так, шашлык, стой. Сохранить. We need a special key. Бля, серьезно? Ну, теперь мы знаем, что здесь находится. Ладно. Так, мы сюда прокатимся. Куда мы попадем? Another cargo shipment loss. Так, это ощущение, что я к дому выпал. А здесь что? Пещера разбойников, серьезно? Разбойники, выходите. Звуч. Faster!
Бака, сутулай, ну вернись. О, протиснулся. Говна кусок. Быстро, как у меня ворвать, блин. Казалось бы, 100 рублей, как бы. Но, как бы, дело принципа. Че за сучара, блин? На, говно, получи, блядь. Все, я, блядь, возвращаюсь победителем. Деньги фармить. Так, и вот мы вернулись к КПД. Так, это мы домой вернемся. Там маяк. Ну что тут? Логово Вораксов. Бля, тоже сейчас будет погоня. И сейчас тоже скажешь, блядь, нужен спецпропуск. Лягушечки. Good work. А ведь сегодня даже не среда. Сохранимся. Так, опаньки. Окей, digitalization terminated. Крутяк, дополнительное сердце. Окей. Так, давай, шашлык. Твой выход. Не знаю, какого хера тут делаю. Че встал, пойдем. Да, нормально, пойдем. Мудоха тех. Фоткал, кстати, медуз. А, фоткал. Помочи, вот так вот, и все. Now.
Деюшки, деюшки. Сильно улетает. Так, я понял. Надо туда пойти все-таки. Здесь тоже могут. А, ну. Так, погнали. Оп. Оп. Да я ничего не вижу. А, бля. Хорош. Так, стой, скотина. That's another one, Jade. We're rich. Feel free to cast your. Так, отлично. Но это все не то. А еще тоже от муду хотя бы. А, бля. Я понял. Смотри сюда. Бля, почти. Чел, иди сюда, чел. Вот сюда вот, вот сюда. Сюда. Все, погнали. Нам нужно вообще на фабрику. Как туда попасть, хер его знает. Можешь вернуться в сопротивление. Да не противление. Так. Может, что путного расскажут. А может, ты что скажешь, слышишь? Вот что нам делать. У меня, блядь, есть отличная штука, которая справится с этими роботварями. Да, мы уже сделали. Ладно. Так, погоди. Не сюда. Подожди, а куда? А.
Так, чел, ну-ка рассказывайте, как, блядь, проникнуть. Так, ты ничего путного не скажешь. Ты тоже. Последнее сообщение на М-диске. С тех пор ничего. Ага, понятно. Бесполезно. Бля, ну хер его знает. Ладно, пойдем еще раз попробуем. Может, мы что-то не поняли? Жемчужина, конечно, хорошо, но хотелось бы по сюжету продвинуться. Они сами говорят, что единственный вход через эту дверь. Значит, там пали бомбу туда. Вы чел обернули. Чел. Ты, конечно, извини, но... А что делать? А, во, пришел раздаваться. А что так сложно-то? Ладно. Это было не очень очевидно, но пойдем. Ой, тебя мы фоткали. Vorax. We're seeing more and more of them these days. Подожди. Are you there yet, Johnny? Заткнись. Как в инвентарь попасть? Во. Для него. Ты знаешь код? Нет, но я уже видел что-то подобное. Существует программа для расшифровки, которая для взлома кодов просто снимка экрана. А, да? Yes, it's the code that we deciphered a couple of days ago. I'll send it to you. Ага, точно, мы говорили, что она может. If he hasn't changed it, it's still that. Так, код доступа, надеюсь, они успели изменить, попробуйте. Так, J7, J5.
Прикольная менюшка. Сюда. Let's go. Так, давай. И чё это? Даже на цыпочках. Тихонько, как мышки. Не волнуйся, дедушка Пейдж. Взял парочку снимков и пойдем домой. Хотелось бы. Шон, из всех предполагаемой точки активности корпуса отметил на твоей карте. Ждем снимки. Понял, принял, пойдем. Так, Transmission received. I'll file it right away. Так, крысы. Так. Эти могу перепрыгнуть или я не могу? Ладно, давай пока. The fuck? Я убил мышку. Hang on, Jade. I'm coming. Чё ты орёшь, блядь? Так. Okay, let's get at it. Давай, шире шаг. Жми залетная. Эть. Нахера это? А, чтобы перепрыгивать, типа. А, я понял. Так, шашлык, давай. You're gonna go and make me wear out my jet boots, Jade. The latest style in transportation. That's not all, Jade. That's not all. No use insisting. Ha! So much for their fancy security. Так. A reaper. Жнец. На нас стороне травили жнеца. Он рыщет где-то поблизости. Наверное, охраняет подводящие каналы. Становится слишком жарко, Джейд. Мы нужны на маяке. Давай повергем, пока не поздно. Если Айрис говорит правду, то здесь мы нужны больше всего. Ну, хер его знает. Так, можем воспользоваться подъемником. Его еще нужно починить. Так, смотри, кабель подъемника перерезан. Точно, вот могли размотать его и запитать откуда-нибудь еще. Так, да, дело обещает быть непростым. Ага, Джей, только не пытайся геройствовать. Сделай нужные снимки и будем выбираться. Так, двигатель сама сможет починить. ПД или Люлье модель 71. Ну, не самая новая. Посмотрим, что может сделать. Если поломка подъемников в них работа, то я обезьяний дядька. Не обижайся, Джейд. Держись, старина. Дедушка Пэш тебя вылечит. Как думаешь, справишься? Постараюсь, но чудес не обещаю. Судя по кабелю, его здорово шарахнуло током. Ничего не выйдет, уже новая почка. Разыщи-ка донорский орган.
То бишь предохранитель. И где прикажешь искать предохранитель? Не знаю, но найти придется. Он совсем плох. С поршнем сделал все, что смог. Просто запихни эту штуку в этот, как его там. Гараж, да? Так. Лаборатория. Пойдем позырим. Че у них там? Service Vader, dead ahead, Jake. Так, покор служебный подъемник. Класс. А что тут? И стекло? А, прикол. Лаборатория. Че тут холодно как-то? Так, а у меня есть хилки? И что это такое? Джейд. Нет. Джейд, посмотри следы. Он совсем рядом, и он очень голоден. Не слышал, они любят свининку. Пейдж, все любят свининку. Ну, почти. Так, ладно, подожди, стой. Мадюкер не можем двигать. Стой. Я, кажется, придумал. Да отпусти ты его, господи. Ну, как ты, красавица и умница. А я такая. Так. Это шо, корова? Так, тут кто-то схарчил корову. Все, пошел нахер. Сюда. Так, ну, конечно, хорошо, но... Как бы... Не совсем то, что нам нужно. Ну, пойдем позвоним подъемник. Какие-то достижения. Чем в стимиду достижения? Тихо, спокойно. Так. Жми. Ох, блядь. А, блядь. Они убили меня. Так.
Не-не-не, не стоит меня благодарить. Лучезарной улыбки будет достаточно. Да уж, очень подходящее место для улыбок. Что-то короткие касцены. Так, это мы забираем. Это мы забираем. Ну что, поехали? Так, шашлык. Пойдем. А, я походу поеду один. Куда собралась? Да, что смотрится? Ладушки, мне то не пробраться. Будь осторожнее. Ой, не волнуйся за меня. Так. What the fuck? А, бля. Ну, лошара получается. О, бля. Это жнец. О, это агент этот какого. Аж два лего там. Ну, короче, самый крутой. Так. Как мне тебя вытащить? Так, вот эту шлупу надо как-то уничтожить. Так, это походу для меня клеточка. А видите, кот, погоди. Так, где там у вас? Че? А. Так, давай я там расшифровываю. Шони, я смал улик, закончить репортаж, и я вышлю. Какие вам, блядь, улики нужны? Да, достаточно будет. Got it, Shawnee. I'll send this photo on to the governor. She'll send you the code to the locker. Чем тебе не фото? It should work. Be careful. F5C4. Что такое? Okay. Digitalization terminated. Дискомет. ЛБ в режим прицеливания. Так, РС навестил, РС привезли. What the fuck? Говно. Чел, очнись. Ничего себе. Right? Ты как? Они превратили мои мозги в кисель. Ты наш агент? H2? Не, не знаю. Тебе знакома сеть Айрис? Послушайте, мисс Айрис. Джейд. Меня зовут Джейд. Я понятия не имею, как нам отсюда выбраться.
Я как раз смогу вам помочь. So так, все-таки H2. H2, Z3. Как вам больше нравится? Откуда мне знать? Но одно я знаю точно. Еще бы 10 минут, и мне крышка. Его из последней жизни. Можете рассчитывать на меня, мисс Тарис. Джейд. Меня зовут Джейд. Слушай, мисс Джейд Тарис. Ты ебанутый? Ребята, нет? Слышь, есть идея, как отсюда выбраться? Простите, мисс Тарис, но сейчас я далеко не в лучшей форме. Мысли просто не идут в голову. А куда это? Good. 10-4. Ебать. Окей. Мы, конечно, за ним прыгать не будем. Мисс Тарис, волнуйтесь, со мной все в порядке. Да, я не волновался даже. Я иду как убраться отсюда. Мы даже... Хой! Нифига ты скачешь. Так. О, сохранение. Пока есть возможность. Так, мы пойдем дальше. Комната с подъемом. Мы вернулись, получается, да? The fuck? Держи, Джейд! Атака активными ботинками! Ой, блядь. Джейд, мне нужна помощь. Ты чё, псина, блядь, он отпустил. Это мой шашлык. А, бля. What the fuck? Бля, где мои хилки? У меня же были хилки, по-моему. А, спасибо за жизнь. Так, ну мы поняли, да. Пиздец, слышишь ты, блядь. Прости. This monster has been extinct for thousands of years. Это чудище погибло много веков назад. А чё так мало денег? Надо, короче, уворачиваться, я понял. Ничего.
Козлина. Сколько тебе бить-то можно? Ты посмотри на него, а? Заеба. Молчи. Ой, сколько вот так бить? Говно. Ой, что-то ему не понравилось, по-моему. Пошел вон, ублюдок. А за жемчужину спасибо. Спасибо, Джейд. Если бы не ты, наверное, меня на блюде с яблоком во рту. Я аж ей захотелось. Помочь ей, наверное, что жилище спасла тебя. Так, ладно, с этим ублюдком мы справились. Так, а чё, подожди, у нас на... Так, завали, да. А где карта? Так, у нас тут какие-то есть, подожди. Ну, то есть на четвертом этаже. То есть нам на этаж выше надо. Jade, we gotta find a way to get our hands on that pearl, by golly. Базаришь. Пойду, нам ее дали. А нам не дали. Так. Но мы так и не нашли, типа, этот. Где вот она? А мы что, ходим? По-моему, нет. Пойдем. What the fuck? Может, старцы не умеют летать, но прыгать пока что не разучился. Люми?
Отлично. Ладно, пойдем пока сюда. Так. Identification. Okay. Starkos restores one heart of your energy. Так, одно сердце останавливает. Ну похер, давай. A box of K-Bubs completely restores your energy. Давай сюда. A box of K-Bubs completely restores your energy. Starkos restores one heart of your energy. Пригодится. Here. Я вообще не тебе хотел дать. Что такое? А, все, я съел. Ну, Саша, так, давай-ка сфоткаем карту. Придержи мысль. Что говоришь? Ты ж козлина. Хитро. Hey Jay, fuses ahoy! Just what we need to fix the Vader. Да и что сказал? Я пропустил. Так, надо вырубить, да? We need a special key. Gonna need a special key, Jade. Эй, Дима, она же обещала это специальный пропуск. Пойдет? We need a special key. Need a special key. Ah, one special key for Miss Jade. Coming up. What the fuck? Just say when, Jade. Now. Well, I'll be. You got one heck of a way with guardians. Так, бери пропуск. Так, спецпропуск треугольник. Okay. Так, выбрать использовать. Я понял, а он типа одноразовый или как? Ну-ка. Makes me sick having to beat up these little mechanical marbles. Так, первый.
Первый хранитель за Брэви. Да-да-да, валим. Так, это чё? Больше сердечек. Класс. Ну и все, теперь валим наверх. Так, теперь идем и вставляем. That's it, Paige. I was able to put in the fuse. Great. All he needs now is a little electroshock treatment to wake him up. И как я тебе это сделаю? In any case, that's where we gotta climb up. Тем электрошок сделаю. А ты, блядь, не стой перед тем, как я стреляю, блядь, долбоёб. Так, для успеха нужно открыв радыгу, предохранитель подать заряд и завести. Будет как новенький. Так, есть новость, этаж 2. Связного Ариса, он еще жив? Вроде да, расскажу тебе попозже. У вас. Так, хорошо, а как я подведу заряд, типа? Okay. Don't know if it passed any government inspections, but да, давай уже. Soon enough if it works. Looks like it's working, Jade. But it's a real patch job. Not gonna hold long. Нормально. Как по мне, мы с тобой еще поработали, парня. Не слишком задирай нос, Джейд. Как по мне, дельце еще далеко до завершения. Так, мы вниз поедем. Надеюсь, сферу мы заберем. Или нет? Щет, нет, не нравится. Да, кстати, держи. Это пришло на днях. Не забыл прочитать. А что ты мне раньше сказал? Ну, никогда новое задание. Не подумал, прости. Голова не варится, только событий. Ты че, пес, блядь? Окей. О, понабежали, черти, блядь.
это шети, которые... Ну чё, они палкой пиздятся надо раз-два. Неплохо, Золот. Если бы не две, они бы, знаете, копченок рак сделали. Здесь хоть пройду говорить. А то он следующее здание, я пойду один, но сытый. Так, что тут у нас интересного? Крюки какие-то ссаные. Спасибо за фоллоу. Рентгеновская проверка. Так. Угу. Вон челик стоит. О, эти продвижения так болезни, наверное, кое-кого забанить нахуй. Бан нахуй. That's a no-go. No good. Серьезно? И чё? Белая выше. Ну-ка. Белый меч. Inventory is coming along. Thanks again. Неплохо. Я только из-за меч белый. Так, отправляем. We need those photos, Shawnee. Так, еще куда фото? Походу сейчас сделаю шашлык. Либо отбивную. Всем патрулям. Объект обнаружен, задержан. Перекрыть все выходы. Восточный сектор, начать дезактивацию. Готовим его к вечерней отправке. Принято.
Прямо перед хлеббабушкой. Так, и что мне делать? Обратно идти. I need more proof, Shawnee. Wrap up your... We need those photos, Shawnee. The contents of the black cases, бойцы корпуса Альфа без шлемов. Without their helmets on, and we'll be able to publish issue 513 of the Iron. Ага, я понял. Здесь ничего нету. И здесь ничего нету. Так, и что делать? Так, ладно, еще раз попробуем. Давай сюда. That's a no-go. Ладно, так, а что делать?
Ладно. Так, а как там фотки поудалять? Обратно мы не поедем. Хитро. Так, погоди. Послушаем. Джейд, ты наследовал мужество и благородство от родителей. Знаешь, я постоянно о них думаю. Мы были очень близки. 20 лет назад нам пришлось расстаться из-за серьезных проблем с властями. Родители попросили меня позаботиться о тебе, чтобы спасти твою жизнь. Мы прилетели на Хилию. Тогда еще была мирной планетой. Я надеялся, что тут ты будешь в безопасности. Но разразилась война. Пора тебе кое-что узнать. Я не смог бы добраться сюда, если бы не Белуга. Этот корабль мы спроектировали и построили вместе с твоим отцом. Он все еще на ходу, но я не успел провести полный ремонт. Результаты последнего осмотра лежат у меня на столе. Белуга спряталась в дом. Чтобы открыть секретный ангар, нужно ввести код на каждой консоль. Больше ничего не могу сказать, надеюсь, ты и так догадаешься, где искать. Если однажды тебе понадобится космический корабль. Что бы ни случилось, желаю удачи, Джейд. Твой дядя Пейдж. Отже, свинина, а? Так, погоди. Я хотел сохраниться. Jade, you inherited generosity. Погоди. Говорю, сохраниться хотел. Так, отгрузочный склад. И тут дерьма по ноздри. Мистарец? Опа, а то иди. О, по всему сектору остальной охраны. Что бы вы ни делали, дайте им себя схватить. Мы с вами еще встретимся. Не, ну я постараюсь, типа, конечно. На. Крысяка подлая. Шони аж засообщил, что видел Пейджа. Ну как бойцов корпуса Альфа. Держись, жить, надо закончить репортаж. Только так мы спасем Пейджа. Добрый
Вечер, товарищи. Вы ничего не видели. Муху мы уже фоткали. Не, ну чисто технически я могу пробраться. У них за спинами. Стоит попробовать. Или они меня сейчас запалят. Там закрыто. Так, мне надо что-то с ними сделать. Okay, system reconnected. Nothing. Что-то было. Я их не замечаю, что двери открываются, типа, нет? Замечательно, прям за ним надо идти. Мистарис, прямо преградил мне путь. Сочтите.
10-4. Угу, вот. А-а-а, он как... Вон, давай сохранимся быстренько. Салис, если нет другого выхода, можно пока своими охраной атаковать их уязвимое место. Это воздушный резервуар. Мы еще встретимся позже. Как бы еще не хотелось бы. Это так и будет, что я... Блин, а как туда попасть? Типа их надо отмудохать. Я понял. Что он отвернется? И я такой типа оп. И прокрался. Вау. Так, полностью восстанавливает. Кушать. И еще сердце. Окей. Ну такие, конечно, тупенькие они. Это срез. Показалось. Кладовка. А что в кладовке? Крысы. Оп, вы чё, блядь? Собаки, блядь, сутулые. Дайте вас всех.
И все. Куда залез? Срез. Понял там. Еда. Понял. Не, давай назад. Так. Так куда ты? А, бля. А че его не видел-то? Вот же псина. Так, а где он? Сюда. Опа, что за ботинки? Ботинки Пейджа. Дедушка, что они с тобой сделали? Так, он был ключ приятный, никогда не давал рассмотреть как следует. А мы теперь их надели или с собой просто взяли? Камеры наблюдения. Понятно.
Так, что у вас давай есть? Так, давай сходим сюда. Компьютерная комната. Так, банк данных армихельхалийцев. Сюда. Да, посмотрим. Сначала камеру наблюдения. Так, а воспроизвести. Выпустим отсюда, работорговцы! Ты раздел перед погрузкой? Убийцы! Палачи! Так, точно, не было комбинезона, ботинки. Я сложил их в шкаф. Они ебучие раздели, сраные извращенцы. Так. А тут что у нас? Так, Хилийская армия, руководство Карлсона и Питерса, пункт 23 за его, защита и обнаружение. Регулярная армия. О, органические ресурсы, снаряжение, антилазерная броня, шлем с пикой. Корпус Альфа, элитные войска, снаряжение, антилазерная броня, молот, автономная система дыхания, уязвимость, воздушный резервуар. Так, электрический барьер, съемные генераторы с автономным питанием для блокировки узких проходов. Модель Циклоп М39. Защитный лазер. Противоударная броня. Внимание, будьте вне электрического поля. Робот-перевозчик ХБ-24. Наблюдение, перевозка малых предметов, легкая броня. Неуязвим при свечении. Так, оборонительные мины. Защита водных каналов. Сторожевой робот. Охрана периметра, самооборона, два газовых двигателя. Уязвимость, газовые баллоны. Лазерная турель. Защитный лазер, стрельба на вскидку. Торпедный аппарат, управление торпедой, коэффициент инерции 8. Так, изобарный контейнер, используется для перевозки живых существ любого вида в состоянии литургического сна. Лазерные турели, обнаружение преследования нарушителей, защитный лазер, мощность 5. Так, сенсорное ограждение, включается-выключается в случае тревоги, не причиняет вреда бронированной цели. Стационарное ограждение не причиняет вреда бронированной цели. Сторожевой модуль. Быстрый обход зоны включается по радиосигналу. Робот обнаружения. Охрана периметра с радиосвязь с торпедным аппаратом. Не, ну это полезно. Так, мы сохранимся. Так, ну погнали. Так, здесь лазеры. Need a special key. Видимо, квадратный, да? На время, понял.
Я что-то не заметил, что надо. Это не сундук? Или монет? Там зачищают. Так, что-то я не понял. Надо как-то на ящик попасть.
Так. Так, что-то я не догоняю. Ты что, у меня типа не видит? А, нет, видит. Так, а как тогда? Так, что-то я не понял. А и все? Господи. Че мозги сидят? Ух, твою мать.
Так. Сохранимся. Ну чё, надо сфоткать без маски. Блин. Это не оружие, конечно. The fuck? Так. Заметил, интересно. Голос. Did you see the alpha sections? Вы видели гвардейцев? Смотрите на их лица, они уже не люди. Управляют духом. Мы должны предупредить жителей, скорее. Отправьте снимок Айрис. А я продолжу искать проход. Вот тогда рожа, конечно. Отличная работа, Шонни. Запускаем печать. Я просил как губернатору ждать мне код для погрузочного дока. Рано или поздно мы еще встретимся. Ну, понятное дело. Да, ну и рожа, конечно. А этих мы уже снимали. Ладно, пойдем. Так, аккуратненько. I think we've got it. Так, вот для погрузочного дока. L5M7. У меня квадратного ключа нету. Ну, походу, он там лежит. Тут не увидишь. Вроде нет. Ха-ха-ха.
оказалось. Давай потом. Да-да-да, я понял. Вернуться. Так, мы вернулись. Так, здесь мы были. Все, здесь мы вот так вот. Опа! И открываем двери. Так, сохранимся. Было L5, M7. Немножко они тупенькие все-таки. Покрученный док. О, здесь мы были. Пропасть какая-то. Так, что делать? Там лежит что-то крутое. Так, всем патруля, продать поезд здоровья чужака. Свин в ловушке. Сейчас его доставят сюда. Ух, твою мать. Ваше превосходительство. Проблема улажена. Мои лучшие гвардейцы нашли и позади всех чужаков. У меня все под контролем. Я лично разберусь с этой небольшой помехой. What the fuck? Okay, lift off.
destination, the slaughterhouse. Чё? Slaughterhouse? Бойня? What the fuck? Свинью на бойню повезли. Твою мать! Будет махач. О, чел, вали его на бок. Пейдж. Они забрали Пейджа. Если бы не вы, они бы и меня не выдали бы это путешествие в этом гробу. Ну, один конец. Я найду тебя, Пейдж, что бы ни случилось. Только держись. Так, теперь надо свалить отсюда. Это мы заберем. Надо бы что-то внизу бы найти. Дойдем, идем. Опа, так это мне. Сюда. Ключ с треугольником. А, у меня ж есть. Чел, отойди. Сохранимся. Так, где-то мы? Right track. Exit isn't far. Так, в правильном направлении, выход близко. Хорошо. Ну, знакомое место. Hey, you recognize this place? Affirmative. Behind this door lies the cursed machine they used to rob me of half my memories. А, там мы были, да, я помню. You'll have to jump, Miss Jade. Да? Да. Куда прыгать? Так, и It's that way, Miss Jade. А, точно.
Все, все, погнали, я вспомнил. Miss Jade, there's an abandoned pearl down there. У тебя есть идея, как забрать ее? Я был бы не против. Но я, к сожалению, не знаю. Так, сраные крысы. Ага. Значит, что это агент Айрис? Could be. Возможно. Don't ask me. Понятия не имею. All I know is how much he meant to me. Знаю одно. Но он был мне роднее всех. Looks like you're finally getting there. Кажется, мозги у тебя потихоньку стоят на место. Оклемался? Похоже на то. Голова только раскалывается. И жопа побаливает. Ради здорово прочистили мозги. Прыгай прямо на ховеркрафт? Неужели сумели обойти стражи? Ну, типа того. Так, погоди, мне там надо кое-что забрать. Да, именно вот это. Понял. Да, валим нахер отсюда. Так, подожди. Вот так. А, да? А что делать? Пошли нахер. Давай сейчас. Неплохо. Going to have to find a few somewhere around here. Add count, identification, okay. A box of K-Bubs completely restores your energy. A boost capsule temporarily triples your maximum speed. A boost capsule temporarily triples your maximum speed. Надо все скупать.
О, что значит слишком далеко? Прыгнули, так они его вытащили. Так, так, заблокировали. Так, мне кажется, есть еще один вход с гоночной трассы, что рядом с бойнями. Трасса проходит прямо под окружающей стеной. Here. На... Ты ему хип... Так, нужен первохранитель. А, слушай, может надо вытащить с подъемника его? Но нам все равно уже не нужен. Я шел так не вытащил, да? А, респект для home team, chapter 12. Так, ладно, и где мне взять? Передохранитель. Забрать его не могу. Что тогда делать? Что, опять? Ничего не понимаю. Все-таки как-то забрать надо. Но как, Холмс? Подъемник задрочить надо.
Где, сука, найти предохранитель еще один? Ага. А я забыл, что он тут был. Погнали. Так, нам сюда. Да вы заебёте. А, бля. Чел. Чел, может, поможешь, блядь? Капец. Так, где предохранитель? Вот он. Все, дверки открылись. It works. Double H. Miss Jade, all this thing is eating up my insides. Только пожрать меня изнутри. Долго я не продержусь. Ребята из Iris, они могут что-нибудь придумать. Как мне помочь? На них единственная надежда. Отведите меня в их штаб. Прошу вас. Я не могу дышать. Я приближен с вспомогательной системой, но они долго не выдержат. Валим. Да, сюда иди. We work together as one, Miss Jade. Что-то какой там мутный, подозрительный. Так, значит, там быстренько надо добраться до. Hang in there. Things may get a little rough. Я говорю, валим. I've been better. I can feel this thing gaining ground. Где?
Три минуты. Давай, шире шаг. Здесь. Пойдем. Пошло дело. Давай, чел. I can't see a thing. Where are you, Miss Jade? Давай, сюда. This way, quick. It's open. Reporting for duty. The Alpha sections have taken possession of the... They pursue the... At your service. Hub! May, we have to give him our last dose of antidote. Hub, can you hear me? Say something. His pulse is dropping rapidly. Prepare the injection. Душа друга во мне на твою. Что у нее? Эй, quick, we're losing him. I'm here, Hub. You're gonna be all right. Hang on, it's almost over. Держись, почти вся. Thanks to you, Jade, Hub is safe. Джейд, Хаб же только благодаря тебе. Да только он боится, он справится. Через пару дней будет на ногах. Друзья мои, Джейд поступил очень храбро. Отличная работа, детка. Теперь посмотрим на карту. Сюда не отправили жертв. Здесь же держит твоего дядю Джейд. Старый бой. И твое новое задание. Джейд, твой репортаж с фабрики всколыхнул все население. Хиллианцы начали нас поддерживать. Да как 2 байта переслать? Так, единственное, на этом мы, наверное, закончим. В следующий раз продолжим, наверное. Блин, крутая игра на самом деле. Так, ладно, выходим.